Президент Международного налогового и инвестиционного центра Дэниел Витт поделился своим видением относительно конституциональных реформ, предложенных главой государства. Дэниел Витт хорошо знаком с Казахстаном, заслуги его высоко ценят в нашей республике. На протяжении трех десятков Дэниел Витт работал в области продвижения свободных рынков и помогает снизить барьеры для налога, торговли и инвестиций в странах с переходной экономикой. Мне всегда приятно говорить об одной из любимых мною стран, о Казахстане. Реформы, объявленные 25 января президентом Нурсултаном Назарбаевым, являются значимыми конституционными реформами. Я считаю, что они являются еще одним шагом вперед в модернизации демократии в Казахстане и в действительности способны реформировать структуру системы вашей конституции, вашего правительства, а также взаимодействие между президентом, правительством, парламентом и народом. Все это отражает то, что Казахстан уже является другой страной, не той, что была 10 или 25 лет назад. Казахстан тем примечателен, что он продолжает по-прежнему привлекать, реформировать и модернизировать.